Итак, всем привет, меня зовут Вадим, и вы на канале Ютубер Польши. Окей, дорогие мои, сегодня я вам расскажу немного о вакансии на предприятии Whirlpool, которое занимается производством бытовой техники, и с локализацией в городе Лодзь, а также в городе Радомск. Поехали! Итак, в город Лодзь мы набираем и мужчин, и женщин, и семейные пары. На этом предприятии по производству бытовой техники есть три отдела, на которые вы можете попасть. Итак, первое отдел — это мультипроцесс, на котором происходит монтаж компонентов, таких как корзинки, провода, кнопки, уплотнители, ну и так далее. Рабочие места на конвейере в цеху посудомоечных машин 100% стоя. Рабочие места в цеху духовых печей 97% стоя. Итак, принцип работы монтера. Предварительная подготовка и сборка нескольких компонентов в посудомоечную машину или, если это касается духовой печи. Монтаж собранных компонентов в предназначенное для него место в посудомоечной машине или в духовой печи. Проверка качества выполненной операции, а также поддержка частоты и порядка на рабочем месте. Итак, смотрите, график работы трехсменной или двухсменной в зависимости от отдела по 8 часов. Работа на умове о праце. Дополнительные часы возможны при загруженности предприятия. Минимум, который предоставляет работодатель, это 168 часов. Ставка 17 злотых в час. Работодатель также предоставляет жилье. Если у вас есть свое жилье, то вам будет дофинансирование. Итак, смотрите, под видео я оставлю полное описание данной вакансии, а также контакты, по которым можно с нами связаться и сообщить, что вы хотите приехать на эту работу, или может вы уже здесь, в Польше. Окей, теперь то, что касается предприятия Whirlpool, которое находится в городе Радомск. Туда мы набираем мужчин и семейные пары. На этом предприятии также существуют три отдела, куда вы можете попасть. Итак, первый — это мультипроцесс, на котором происходит монтаж компонентов, таких как корзины, провода, кнопки, уплотнители и так далее. Визуальный контроль качества, наклеивание этикеток, упаковка готовой продукции. Рабочие места в цеху на конвейере посудомоечных машин на 100% стоя. Рабочие места на конвейере в цеху стиральных машин на 97% стоя. Итак, принцип работы монтера. Предварительная подготовка и сборка нескольких компонентов для стиральной или посудомоечной машины. Монтаж собранных компонентов, предназначенное для него место в стиральной или посудомоечной машине. Проверка качества выполненной операции, а также поддержка чистоты и порядка на рабочем месте. График работы в 2 или 3 смены в зависимости от отдела по 8 часов. Дополнительные часы возможны при загруженности предприятия. Минимум, который обещает работодатель, это 168 часов. Итак, ставка 17 злотых в час. Работать вы будете на умове о праце. Если вам необходимо жилье, жилье тоже предоставляется. Если вы снимаете свое жилье, то вы будете получать дофинансирование к зарплате. Итак, смотрите, под видео я оставлю полное описание данной вакансии, а также контакты для обратной связи. Поэтому связывайтесь с нами и трудоустраивайтесь через нас. Ну все, пока.